Более 3 часов длилась прямая линия губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Она состоялась 25 декабря в прямом эфире. Трансляция велась на телеканалах «Регион-29» и «Арктика-24», а также в социальных сетях, в том числе в группе «Котлас-24» ВКонтакте. В ходе общения с жителями Поморья губернатор ответил больше, чем на 50 вопросов. Они поступали как во время прямого эфира, так и в течение всей предыдущей недели в социальных сетях и на многоканальный телефон колл-центра. Всего главе региона поступило порядка 2000 обращений. Все они зафиксированы системой инцидент-менеджмент, и обратившиеся обязательно получат на них ответы. Во время общения с жителями региона Александр Цибульский ответил на вопросы, касающиеся планов по ремонту региональных дорог и тротуарной сети, строительству новых школ, модернизации системы здравоохранения, реконструкции аэропорта и железнодорожного вокзала столицы Поморья, а также о развитии сферы культуры и туризма. Впервые организаторы прямой линии губернатора Архангельской области пригласили для участия в прямом эфире заместителей председателя правительства Архангельской области Евгения Евтушенко, Иван Дементьев, Дмитрий Рожин и Олеся Старжина. Жинская, находясь в студии телеканала «Арктика-24», по приглашению главы региона подключились к обсуждению вопросов, которые они курируют в составе областного правительства.